Приветик всем, ребята, Кента пока на проводе. И, ребята, как обычно, перед началом данного крутого видеоролика у нас розыгрыш на 1000 БС голды. Чтобы получить, вам надо первое, поставить лайк, второе, подписаться на мой канал и третье, написать любой хороший комментарий. Ребята, все очень просто. Чтобы получить 1000 голды, всего лишь-то надо поставить лайк, подписаться на мой канал и написать хороший комментарий. И все! Ну что же, а мы начинаем смотреть мое крутое видео. Поехали! К вашему вниманию, представляю великолепную карту под названием «Зомби-выживание версии 2.5». Да, это кастомная карта, но, ребят, эта кастомная карта лучше любой официальной карты. Я вам просто это отвечаю. Ребят, если вы не играли на этой карте, просто посмотрите на мое видео. Какая это крутая, опупенная карта, в которой очень много разных нычек. Так, ребят, смотрите, это локация номер один, да? Тут есть магазин, банк, детская площадка, два разрушенных здания, есть вот этот автобус. Да, ребят, неплохо, 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 но мы идем дальше. И нычка номер один, это вот это. О, ничего себе, прикольно. Я просто ее только что нашел. Так, ладно, идемте дальше. Нычка номер два, это вот это. Ну, я, конечно, понимаю, что можно сказать, что, типа, это отстой. О, ё, смотрите, я нашел новую нычку прямо на видео, нычка в нычке. Блин, как это круто. Ребят, я сейчас расплачусь, какая крутая карта. Я не знаю, как вы, но я, ребят, считаю, что эту карту просто обязаны добавить в режим зомби-выживания. Скажите мне, почему? Почему на зомби-выживании не было так давно новых карт? Ну, почему, если есть вот эта карта, добавьте, пожалуйста, ее в список официальных карт. Посмотрите, какая она крутая, какая она классная. В этой карте куча разных нычек. Вот смотрите, еще одна нычка, ребят, уже сколько уже нашли? Раз, два, три, четвертая нычка за 5 минут. Или за сколько? За 1 минуту 5 нычек, ребят, я в шоке. Буквально прошла 1 минута, а я уже нашел 5 нычек. Но, ребят, самое крутое — это новый Йоба. Да, да, да. Тут есть новый Йоба. Ребят, просто смотрите на это. Сейчас покажу. Опа-па. Да черт возьми, это же новый Йоба! Йоба, братан, здорово! Ну, правда, ребят, он немножко постарел, да, не спорю, не спорю. Немножко постарел. Ребят, а вот вы представьте, что будет, если немножко доработать эту карту. Да это будет самая лучшая карта Блокстрайк, я вам это, ребят, отвечаю. Лично мне она очень-очень нравится. Так, ребят, погнали искать еще нычки. А, вот смотрите, смотрите, вот еще одна нычка тут есть. Сейчас покажу. О, нашел. Это, ребят, у нас шаурмичная. Да, ребят, это шаурмичная у Мухаммеда, смотрите, да? Это у нас типа 3 шаурмы. Блин, главное, обратите внимание на все эти текстуры, на все эти, ребят, знаете, столики, на все эти домики, на все эти надписи, даже на шаурму обратите внимание, как это прикольно, да? Блин, ребят, карта на 5 с плюсом. Смотрите, вот еще одна нычка, да? Смотрите, это вообще самое прикольное. О, смотрите. И там, короче, можно идти по прямой. Блин. Ну, я не знаю, как вам, но как по мне, ребят, это самая крутая карта в Блокстрайке. По крайней мере, из кастомных точно, ребят. Из кастомных карт она самая крутая. Так, вот еще одна нычка, да? Ничего себе, слушайте, вот этот прикол. Ой-ё! Капец, смотри, куда я попал. Опять нычка в нычке. Блин, вот этот приколяс. Вот этот приколяс, вот этот приколяс. Я не ожидал. Так, это у нас... мороженое, да, как я понимаю. Но тут у нас ничего особенного нету. Так. Ребят, я вам скажу так, что в этой карте я не знаю всех нычек. То есть я не буду утверждать то, что я нашел уже все нычки. Но то, что, ребят, эта карта самая крутая, я за это ручаюсь. Это блин, лучшая кастомная карта. Так что, ребят, пожалуйста, поставьте огромный лайк. И давайте запустим хэштег «Новая карта». Ребят, давайте запускаем хэштег «Новая карта», и, возможно, Рум или Тайберс посмотрят это видео. Потому что, ребят, ну, блин, ну, эта карта однозначно заслуживает вашего и моего внимания. Так что, ребят, если ее добавят в зомби-выживание, то я буду очень-очень рад. Ну, или хотя бы, знаете как? Или хотя бы сделайте возможность добавлять в зомби-выживание кастомные карты. Ребят, я не прошу многого. Просто добавлять кастомные карты в зомби-выживание. Потому что, ребят, это самая крутая карта на зомби-выживание. Была бы, если бы ее добавили. Потому что тут очень много нычек. И это, ребят, это очень-очень хорошо. Потому что, что надо в зомби-выживании? По сути, ребят, нужна какая-то прикольная карта, как это, да? Какой-то разрушенный город. И, по сути, надо много нычек, и все. Смотрите, я погруз в песке, прикольно, смотри, видели? Капец, я погруз в песке.
Ничего себе, ребята, а ну-ка. Мать моя женщина, ребят, смотрите, куда я попал. Я в шоке. Я нашел еще одну нычку. Блин, я обожаю эту карту, ребят, это лучшая карта. Так что, пацаны, давайте ставим огромные лайки и пишем в комментариях ваше мнение по поводу данной карты. Ну, а также, ребят, напишите, что вообще вы думаете по поводу данного видеоролика. Ну и самое главное, подпишитесь на мой канал. Ну что же, в принципе, на этом все. С вами был ваш Кент ПК. Всем удачи и всем-всем пока. Пока-пока.